Ребят, всем привет! Мы поняли, что мы ни хрена не блогеры, потому что пока мы снимали вторую серию, у нас выпал снег. Но ничего страшного, потому что этот снег, вот этот белый сибирский снег, нам придаст красок в наше состязание. Второе состязание между Ладой Гранта и Короллой, Тойотой и Короллой. Что у нас изменилось? У нас поменялся оператор. Потому что тот оператор, деньги мы не заплатили, он говорит, денег дайте, мы его не взяли, короче. Ну, второго взяли, но мы ему тоже не заплатим, по секрету. Да ладно, ты на природу выехал, нормально все посидишь. Так, ну что, Паша, иди сюда, поздоровайся. Паша теперь больше не таксист, Паша будет просто наркоманом. Здравствуйте, всем привет. Это все, йо-йо-йо-йо, привет. Прекрати. Ладно, второе состязание начинаться будет в чем? Какое состязание? Соревнование у нас проведутся в чем? Мы поедем по бездорожью. Мы будем проверять наши машины на проходимость. Какая проходимость? Мы, короче, поедем вдоль Антипихи, через танковый пост, где танки зарываются. Мы там тоже, думаю, проедем. Как будут даваться очки? Очки будут даваться, то есть преграду видим, да, большую такую интересную. Кто первый проедет, за нее больше очков, потому что второму, ну, справедливо будет, если одинаково будут даваться очки. Первый проехал, второй посмотрел, как проехал, ему маленько за это меньше баллов. Будем копаться, если там это вот. Так. Ну что, все, готовы? Копаемся? Да, мы что, едем сюда пока? Ах, сегодня погода хорошая. Только бугорок отвратительный, да, можно повисеть. Я на него сверху зависел в том году. Ладно, оператор, что молчишь, поехали. Приехали. Это надо было снимать. Я это снимал, Надежа. Короче, меня направь. Прокатались маленько, дороги не нашли такой прям в том, что ух-ух-ух, ну искали ее. Все, видимо, таких нет дорог для наших машин. Короче, все, Паша едет первым сейчас. Вот оно наше первое испытание, туда поснимай. Там только что проехала Делика рядом, мимо. Она туда заехать тоже не смогла. Ну давай, погнали. Все, не получается, да? А тут еще вон сколько ехать надо. Если честно, тут очень крутая природа, прям. Воздух свежий такой, птички летают. Он, кажется, мне врезался. Давай, давай, давай. Ну, все, не заехал. Две попытки едь назад. Начертуем линию здесь вот. Докуда он доехал? Мы поняли, что первое испытание нам не по силу. Мы очень много на себя взяли. Ну тут реально, если брать, тут Делика тоже вон, блин. Ну Делика там что-то едет, конечно, какая-нибудь подготовленная. Тут склон сильно большой. Подготовленная даже. Тут тронуться даже просто, сложно. Просто даже какая-то пониженная будет, еще что-то. У нас разгона не хватает. Мы ходом идем, идем, идем и упираемся. Как говорится, в бугор. Попали в просак.
вот оно наше первое, а не второе уже испытание. Ну, второе испытание. Я не знаю, как мы тут проезжаем, но тут машины еще не ездили. Ты, блядь, посмотри, подвеску просто нашу. Я буду первым, я хочу заработать очки. Он будет первым, он хочет. Давай на полки спорим, кто проедет. Я говорю, что он не проедет. Ну, вообще, ты говоришь, что проедешь, давай. Раз, два, три. Да ты раз, два, три, гоп, давай. Раз, два, три. Все, все. Да тут, блядь, трава. Давай! Помогай толкай, короче, похрен его. А то мы так ни одно испытание не пройдем. Да, у него жопа. А жопа, понял, садится на это. Давай, Олег, толкай его, пофиг. Давай. Это прикольно, сейчас эту ямку заедет. С ямки там не выйдет. Давай, пофиг, толкаем оба. Давай, давай, давай. О, ништяк. Да, вот жена. Точно снимаю? Так я экран-то не вижу, какие разлы. Да, пройдет. Не копай, не копай, не копай, назад. Вот. И туда чуть-чуть берешь. Давай, Магдаха, я в тебя верю, ты уже там полкучи разрыл. Снес, посмотри. Да нормально у тебя все. Я что-то снес-то? Нет. Это пень в жахнут балкой. Ну ничего. Давай ты тоже долгай, короче. Меня сейчас. Короче, мы опять в тупике, и мы едем обратно. Вот свист с машины, как это будет. Ладно, она даже не цепляет. Смотри, как тут красиво. Ну чё? Вот здесь вот сейчас мы будем проезжать. Вот оно первое такое. А, нет, второе, третье уже испытание такое более-менее, да? Да. Ну да, здесь... На первом я просто не видел, мне не видно было. Я маленько. Ты что, очкарик? Пронес. Да, очкарик. Ну тут так-то нормально зажать надо будет. Тут бы не срезало, главное. Ну да, тут вообще нормально так будет. Да. Ну чё? О, люди даже ходят. Ну чё, давай вперед, иди. Ты первый или я первый? Я первый. Ты хочешь больше баллов, да? Да, конечно. Так нечестно будет. Толкай, толкай, мы сразу толкай, с первых этих. Ты чего умеешься там, сука? Неужели, неужели мы не заедем на это испытание? Давай. Вообще красава.
он заехал. Больше баллов, так как у них он первый. Соответственно, он накатал, наверное, трассу. Сейчас ты поедешь первым. Так, ну что? Ко мне преграды пришел. Ну я 7 зарабатываю баллов, Паша. Если сейчас придет с первого раза, то он заработает 4 балла. И посмотрим, где там есть. Тасится. Отсюда опять красивый вид. Еще очень. А вон то вон, что такое? Где? А вон, вон. Это Грес. Грес. Вот он наш Паша. Ого. Туда! Направо! Вот оно, первое повреждение. Паша, я в пень, он в камень. Вот и все. Мы его тоже прошли испытание. Красивый вид, да? Замечательный вид. Я все, меня уже мыкает. Я уже мыкает, он уже. Вообще, как заехал-то сюда? Ну, вот, проезжает, и у него колесо заднее скатывается. Вон, я так, походу, не заеду. Чем мы ебался? Колесо. Колесо? Ну, на, Алекс, снимай, чё. Нифига вывезла. А если честно, не ожидал, что я так смогу заехать. Что подвеска все-таки у Гранта она выше хоть. И задний бампер оторвали. Передний. Ну, мы, короче, вершину завоевали. Осталось спуститься и поехать по танковой дороге. По танковой дороге там будет жесть. Free!
так вот, мы передохнули уже. Красиво здесь. Бутерброд доставай, поедим. Что, не взял с собой, что ли? Что, бутерброды фото с собой не взял? Короче, ребят, скажу честно, дороги здесь вообще нет, ее нету здесь. И мы не знаем, куда мы приедем. По логике вещей, мы должны спуститься к ЖД путям. Мы там проедем? Ну мы на мотоцикле же проехали. Не, ну мы должны проехать, мы как раз выйдем к тому ручью. Лесо, и под мостом поедем. Под мосту проедем. Ну, во всякий случай, если что, назад вернемся, что, пираж, что ли? Давай, и перекусить надо сразу. Вот куда мы приехали. Ты первый? Да ну нахрен! За это испытание 20 очков дается, а первому 23. Какая рандалика сказала, если что, выдернись. Охренеть, если честно, даже страшновато за машину. Больше-то, наверное. Ну, что сделаешь? Испытание, если начали мы, значит, надо это до конца. Два испытания наших уже пройдено. Решили перекусить, насладиться потрясающим здесь видом. Здесь очень круто, круто. Поезда ездят, собаки бегают, рыбаки сидят. Ну, в принципе, прикольно получается. Правда, устаешь сильно. Сейчас еще поедем. Ну, мы поехали по таким местам, да, где машины не ездят, где танки ездят. Да, эти трассы есть. Сейчас мы поедем чисто по танковой дороге, специально для танков.
Круто, наверное. Я сижу и смотрю, чтобы проехать к танковой дороге, это надо ездить на танке, да? Кто-то тут Уралы ездят, походу, или УАЗики, я не знаю. Как на него выехать, я не знаю. Мы где-то вдали видим эту антипиху, песчанку, что там, не помню. Какую-то маленькую деревню. Ну, мы едем по тайге. Сейчас нас охотоведы кто-нибудь тут поймает. Уехал. Что такое? Я колесо потерял. Что, потерял? Я колесо. Я без колеса еду. Колесо отловилось. Ребят, я въехал в пень. Я еду в пень, понять не могу, он вперед не едет. Почему не едет? Потому что у него пень. Я ехал в пень. Не снимали, потому что мы долго с этим колесом. Ну, короче, это... Дина все полная. Пока, говорит. Сейчас, думаю, засекать. Да ну нахрен! Ну не толкай, чё ты? Ну ты чё? О, толкай, толкай, толкай! Стоп, всё, не толкай. Кость, только как мы заехали здесь, это полтора часа мы убили ещё. Время уже... Непонятно сколько. Испытание уже не очень-то интересно для нас. Мы просто хотим добраться до дома. Дай, мы, короче, вообще заблудились. И мы не знаем, где мы. Вашу потеряли. Вот там оторвал бампер, матерится, орёт. Такие деревни заехал, там лес, все, дороги нет, по лесу еду. Такой, когда уехали, следов нету, там вот такая хрень. Это вообще... Все. Из гамма горячая. Дай попить, блин, горячая. Хорошо идет. О.
Заехал, нормально. Нормально идешь. Все, заехал. Дебилы! Мозгов вообще нету! Реально! Вот тут пустота! И шарик вот такой вот! Он булькает! Охота, блин! Мы, короче, мы на полигоне. Мы это поняли. Ну все, тут как ни крути, слева, право, выезд есть. Поехали, быстрей. Да, поехали. Вон этот вообще. Да не бери в руки, взорвется сейчас! Мы, как поняли, мы вообще на часть выехали, это по части мы куда едем. Тут собачка бегает. Привет. Ой, еще одна. Сейчас вот тут прыгнет. Теперь нас досматривают. На самом деле это правильно, на самом деле мы на военном объекте. Если честно, я дико извиняюсь, как мы сюда попали. Ребята, было круто, как мы смотрели. Открывай, открывай, не бойся, смотри, все, мне не жалко. Сейчас смотрят и сказали, может быть, нас выпустят. Что, блин? Короче, мы приехали. Блин, мы охренели, короче, конечно, мы заехали в такую тайгу. Шокировано. Это вот они шокированы на посту, когда вот так вот все стояли там. Генерал, говорит, приехал. Говорит, какой генерал? Ну ладно, ничего это. Думаю, они нас не обидятся. Хотели ракету, нам было ракету забрать, которую ты хотел забрать. В багажник не лезла. Ну это что? Вот наш второй этап подошел. Получается, 53. Влади Гранти присудили. Мне 47. Ну, смотрите, такой большой. Просто он где-то там, видимо, судьей. Что-то решали по-своему. Не, ну он первый ехал, молодец, конечно. Мы ему дали шанс погнать, как бы, молодец. Ты сам доволен? Да, я очень доволен. Машину жалко, очень жалко, но все же. Я хочу доказать, что она лучше коровы. Доказать. Ну прикольно же было, вот тут даже весь день потратили. Мы как бы хотели на танковую дорогу дальше ехать. Но сейчас уже стемнеет, и там мы точно будем ночевать. Придется сжигать эту Ладу Гранту на кон. Ну ладно, мы не будем ее сжигать. Выиграл. Я маленько тут проиграл раунд, не войну. У нас еще ждет третье испытание, оно будет тоже достаточно интересным. Ну все, смотрим, если что-то интересное пишем. Даже я просто отдохну. Вот я просто отдохну сегодня. Не знаю, я очень сильно устал с этими эмоциями, столько нервов. Я думал, этот бампер отвалится, а еще мы его выкинем там прям в этой тайге. Сожгем его. Сейчас сожгем. Ноги сушить, ноги все мокрые. Я весь сам, что я даже не переодевался. Ну ничего, поехали. Всем пока. Пока. Оператор, молодец.